Вот тут стоит. Убил. Ты двоих убил сразу? Я знаю. Да, семерых. Чевок, походу. За КамАЗом. Бот по нему стреляет. Одного убил. Второго убил. Ты по мне стреляешь, а не с насыпи? Не надо по мне стрелять. А тут двое разведок лежит. Ты врёшь? Тебе хоть раз врал? Да. Блин. Не-не-не, правее. Вот он, да. Убил. Убил. Двое? Да. Вспышка? Стреляю, да, вспышка сильно большая. Ну так этот ставит глушитель. Или прицел другой, да. Только лёг, блин. Вот реально обидно, я бы его убила бы, если бы я бы видела, когда я стреляла. Так все, короче, у меня все красное, блин. Опа! Стоит! Где? Пристрой второй. Убил. И оружие заклинилось, сука, как раз. Голый топорист. Ну, глушак-то был какой-то. Опа, есть, есть, есть! Где-то на старой сидит, спалил меня, спрыгиваю. Мои гранаты. Я перепрыгнул через забор справа. Вижу, вдоль забора. Убил. Перепрыгиваю забор. А кто слева бегал сейчас? Мы в зеленке. За старой. Маньяк кто-то, значит, в темном ангаре. В темном нам ангаре все-таки. Да, ты. Чи, опять этот чел. Убил? Бегом. Убили меня все. Вот тут стоит.
Я с фонарем. Убил. Так, да, вот ты походу. Кжелька ждал тебя, кжелька влач. Нет, Бирнан. Меня, да, у меня сила уже 21, а выносливость 14. У меня сила 31. Выносливости тоже нет ни хрена, минус 1. Еще кто-то есть, тихо. Еще есть. Где хоть? Холм. А ты где? К палатке уходит. Вон к палатке ближе. Вон к палатке уходит. Да. Убил. Слева по забору. На холм поднимается. Второго проверю, сдох он, нет? Да, сдох. Нихера тут чел. Мутант, слик. Кто в магазин? Не я, туда подхожу, чтобы слышать отсюда. Мало ли. По мне еще. Да, 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 стреляет внутри. Не понял, Таш? Нет. Ты сидел, убил меня. Бля. За общагой прям в пусту. У платника или на углу с нашей стороны в кусту? И еще есть внутри один. Дробовик какой-то там. Меня. Там еще один. Я одного убила, там еще один внутри. Да ёлки-палки. Рядом с сейфом. Угу. Что-то по через стену класс. Никнейм помните? Меня убил трахарь-трахарь. Сейчас скажу. Кто? А, нет. 22, да, не, есть такой трахарь-трахарь. 22-8, а не убил. Был на втором, да, он последний раз пристроил? Да, в комнате рядом с сейфами. Которая открыта. Орёт там, блядь. Выходи с поднятыми руками. А я тебя предупреждал.
Да. Там слишком разговорчик. Так, получается, что? Сначала я убил 3, потом еще 3, и одного тут. Ну все, по сути, никого не должно быть. Ну, я двоих убил. А, ну, у тебя точно все. Там тебе пишет подписчик, говорит, это ты их убил, ну, которые на холме были. В двушке уже сидел, это был не их чувак. Да, который в кустах сидел за трешкой, это был их чувак. Это был их чувак, да. Что он там делал, если они были втроем на холме? Тактически занял позицию. О, опять эти follow me. Блин, одни и те же актеры, короче, попадаются. Хоть бы никнеймы меняли, блин. Да, есть машина. Хорошо. Мертвая. И чевок мертвый. От магазина второй этаж с перепрыжкой. Правое окно ближе к мусорке. Где на улице? Ты двоих убил сразу. Я знаю. Я тут. Просто открываю дверь, они вдвоем тут, не знаю, открывать. Решала скину третью. Не всех. Меня еще было на первом этаже убило. Угу. Грена. Граната! Твою мать, да задолбали! Откуда? Не знаю. От двушки, наверное. Ты сумку кинул, да? Да. Опять там по кустам сидят, наверное. Меня убили. Я не знаю. Никнейм запомнил? Табу, а чё ты такой пишешь? Ну это чевок, да? Да, это белый ник, чилка. Тут челобот в кустах сидит. Нет, там чевка, и он четко знал, куда кидать гранат. Я удивляюсь вообще. Как, блять?
СВДшка глушенная на малой стройке. Бил. Ой, Лёня. Это Лёня? Лёня, Лёня, я убил его. Вы у меня под линией бегаете? Да. Где он? На первом. Ну прям на лестнице. Либо на лестнице. Не-не-не-не-не. Лестница Мэтт. Лестница Мэтт. Я с главного. Сейчас буду заходить с главного в коридор. Господи, он просто лежал? Серьезно? Да. Не, глушитель моей эмки его закрыл. Вот это мувмент реально неожиданный, блин. Классно стреляешь, ты спереди. Грена! Грена! Убил. Ага. Это все мне по ногам главное. Бля, я думал, мне да я тоже поймал. Показалось. Если показалось, надо проверять. Ну, все, поздно. Почему ты с этой стороны сидел, как ты его не увидел? Ну. Ну он тоже, видимо, сидел. Так он сидел прям. Я сместился к машине, если что. И когда услышу Грену, лежал уже сюда. До этого его тут не было. Так и подходов не было. Подходов не было. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.